Твою дивизию. Она одна такую не надо. Стас, это Баян. А ты рассчитывал это на тепловоз, на тепловоз, а это куда-то вперед. Ах, красота. Не, хорошо. Кабину сейчас по-любому отснять надо. Ты понимаешь, там не ребятня, там мужики жёлтые. Ну так и что? Почему? Я сейчас ксиву. Возьми меня там ксива. Скажу или начальника дороги пришлю сюда.